Меня зовут Сулигин Дмитрий Андреевич, я закончил кафедру факультета специального машиностроения Московского государственного технического университета имени Николая Нерестовича Баумана. Кафедру закончил колесные машины. Ну, самым главным своим учителем в жизни я считаю, наверное, нашего ректора Анатолия Александровича, потому что он идейный вдохновитель для всего и, скажем так, небольшой мой кумир. Это человек, на которого можно равняться, можно стремиться. Он развивает наш университет так, что, в принципе, все выпускники нашего университета являются достаточно успешными людьми. Поэтому это главный учитель, и он дает уроки не только инженерные, но и уроки жизненные, я бы так сказал.